Знаєте, друзі, щодня ця їжа на роботу і щодня в маршрутках, у транспорті, на вулицях до мене носять такі чутки, що жінки не знають, як себе захистити. Дуже багато стало нападів на саме на жінок, на беззахисних жінок. Їх або грабують, або якесь насильство. І ми вирішили допомогти їм в цьому і показати, як можна себе захистити, навіть якщо ви ось така тендітна жінка, як я. Тому що я не уявляю, як я себе можу захистити. В цьому мені сьогодні допоможе наш гість Михайло Шелес, президент Федерації Миколаївської обласної федерації «Червоний дракон». І я хочу його привітати. Михайло, вітаю вас. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемая ведущая. О, интересная тема. Я вот тут услышал ваше вступление. Я хотел бы сразу сказать, знаете, вот по поводу маршруток, допустим, троллейбусов и автобусов. Если к вам вот пристают, первое, что вы можете сделать, там, я не знаю, насчет бить, не бить, а вот то, что вы можете сразу, как это, галас, крик. А, он ко мне пристает, там, а, понимаете, вот, вот именно. Потом. Даже, да, даже если в автобусе или в маршрутке, скажем так, не будет героев, которые могут за вас, понимаете, сам шум, сам вот этот вот, а что, а где, а вот это вот, оно, как это на украинском, это сбентежить, я не знаю, как это, выведите из строя, скажем, самого, спасибо, кто там к вам пристает. Но чаще всего, знаете, я не знаю, как там маршрут, как пристают в плане, или там в троллейбусах, там за ногу гладят, или я не знаю, как бы, то есть не такое явное насилие, насколько я понимаю, да. Но тем не менее, если вы хотите от этого избавиться, то сразу не надо вот это вот терпеливо, как вот там стоят, терпят, вот он меня трогает, а я терплю, кричите там, потом, ай, и сумочка обязательно, ваша сумочка женская, там же кирпич лежит обязательно. Михаил, я предлагаю вам сегодня разыграть несколько ситуаций для того, чтобы просмотреть, как в той или иной ситуации женщинам нужно реагировать. Вот, допустим, идет женщина с работы поздно вечером в людном месте. Сейчас мы разговариваем в людном месте, и к ней пристает грабитель. Что ей нужно сделать? Стоп, 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 мы говорим за грабителя именно. За грабителя. По сути дела, вот категорию насильники-грабители можно как бы, ну как, относительно как-то объединить. Вот если людное место, вот по сути дела то же самое, что рассказал за маршрутку. Первое, не надо это делать как бы наедине друг с другом, то есть с грабителем. То есть начинайте как бы работать на публику в кавычках. А, грабят там, убивают, шум, гам, потому что, ну, в любом случае, еще раз объясняю, даже если не будет героя, который помощи может, да, это будет, понимаете, состояние тут крик. Шока. Да, обычно хотят же грабить как? Тихонько. Ограбил там, что-то там приставил, как-то отдай и все. Когда вот этот вот шум, оно не надо. А вот в основном женщины еще боятся, ну, даже если к ней подходит с оружием, представляют ей нож, если она будет кричать, то вот она если, боится. Вот, вот в данном случае, если оружие, уже, если оружие, вот я не знаю, честно, честно, не в плане не знаю, а по поводу, если представляют к вам оружие, отдайте лучше, в принципе. Лучше вот все сразу. Просто отдайте. Я вам честно говорю, никакой iPhone, никакой iPad, никакой, я не знаю, что у вас там в сумочке может быть, никакая $1000, она не стоит лишней дырки в вашем организме. Это первое. Хорошо, если это просто дырка. А если вас просто убили и все. То да. есть грабители, опять же, с одной стороны, когда вас просто задирают, забирают сумочку, дергают, и вы там стоите и начинаете перетягивать канат и кричать, это одно дело. Когда же конкретно кто-то подходит, что-то там, нож, если вы начнете кричать, то вас просто, он с испуга банально, да, может быть, не хочет, а ну вас там... Чтобы замолчало. Чиркнет, да, и да, да, да. Вот, есть еще, конечно, опять же, все зависит от вашей решимости делать что-то. То есть, если вы настроены защищать себя до последнего, скажем так, в кавычках, ну, до последнего, да, то есть, ага, к вам там что-то, а вы там, там ногами царапаться. Вот, царапаться мы умеем. Вот, да, тогда, понимаете, это один момент. Другой, опять же, момент, смотря какая комплекция парень, и вот, как вы только что правильно сказали, он может или чиркнуть ножом, грубо говоря, по горлу, или просто, мягко говоря, да, ударить, причем ударить очень таким вот таким кулаком, я не знаю, в лицо, и будете лежать. Ну, это такие, знаете, моменты, когда женщине совет давать какой-то, должна женщина сама решить, она будет что-то делать или не будет. Но, с другой стороны, самое лучшее в первой ситуации, в данной ситуации, если вы хотите сохранить здоровье и жизнь, лучше отдайте. Если, опять же, если вы идете с работы, не носите там бриллианты, я не знаю, там, золото, ну, сумочка как сумочка, даже если вы ее, вас, опять же, что такое вот забрал грабитель или у вас ее украли? В сумочке ничего нет такого, ну, телефон максимум, все, ну, да. Ну что, да, ну, потеряли деньгами. Знаете, как
мудрые евреи говорят, если забрали, хорошо, что деньгами, ну, слава Богу. То есть деньги это такое, приходящее, уходящее. Ну вот, допустим, драгоценности, какие-то сумочка, телефон, это у нас забрали, мы отдали, сказали, слава Богу, жива-здорова осталась. Если грабителю не нужно материальное, а нужны именно мы, это не грабитель, а насильник, как себя защитить? Это уже посложнее ситуация, но в данном случае, опять же, если, все зависит от того, если, опять же, людное место, крик, шум, если это оружие вас допихивают куда-то в автомобиль, в данном случае, с одной стороны, или возможно подчиниться и просто, то есть не дать им будоражиться и дальше, чтобы он вас просто ткнет напоследок и не будет вас брать и уедет, и все. То есть, ну, ничего не получилось, то ни мне, ни гам, ни вам не дам. Но есть ли еще один момент, когда, если брать пустынную улицу вдруг, и вы там оказались как-то один на один с грабителем, имеет смысл сыграть с ним, опять же, актерское мастерство. Женщины великие актрисы. И можно Оскар давать просто, все мужчины знают, я так, каламбур, да, у каждого дома есть жена, которая актриса, вы все знаете. Вот. Вопрос в том, что имеет смысл даже сказать, подыграть ему. То есть не надо, то есть сбить его накал страстей. То есть я сама, я все нормально, только не рви мне блузку там и... А потом, когда он, грубо говоря, успокоится немножко, то есть, как бы, ну, зачем ему что-то, я уже говорил много раз, зачем ему что-то на вас сделать, если вы уже сказали, ладно, хорошо, бог с тобой, я сама, сделаю. Он же, как бы, ну, как бы, а смысл что-то дергаться? Ну, ладно, давай. А вот после этого можно уже, но опять же, это должна быть игра, женщина должна быть четко понимать, она кто, хищник или добыча. Знаете, тогда есть красивый он цветок, боится. Да, он распускается, боже мой, птичка прилетела, оп, птичку съели. То есть вот такая вот ситуация, да. Вот это один из. Это я сейчас не показываю конкретно каких-то элементов движений. Ясное дело, что если, допустим, мужчина заставляет вас что-то делать, вы сказали, хорошо, я буду делать, вы можете это все как бы начать делать, потом дергать, бить, кусать. В кадык, какие глаза, самые царапаться. Главные болевые точки, чтобы женщины знали точно, куда бить? Насчет болевых точек, это, конечно, глаза. Глаза, почему? Потому что вы, опять же, вы можете там, ой, давай, милый, я там, ну, я же играю, да, давай, милый, я тебя поцелую, там, как бы, целоваться, на тебе, типа такого, да, агрессивно. Опять же, то же самое, пах. Это очень болючее место, ну, как бы, вот в том-то вся фишка, что вроде как с этим местом связано удовольствие, вот поэтому, опять же, вроде как, давай, милый, я тебе тоже сделаю, там, его тоже, опять же, кусать, дергать и прочее, прочее. Женщины многие думают, что вот если я там что-то это сделаю, он разъярится и мне вообще будет капец. Но, вот. Правильно, все зависит от того, если вы будете делать полумеры. То есть, вместо того, чтобы ударить его, грубо говоря, бам, а вы ему, знаете, уйди, противная родина в опасности, да. Ну, понятно, что он скажет, ну, елы-палы, я сейчас вам чего-то там. А когда вы это, знаете, решительно, любой решительный настрой, поймите, насильники как таковые, если мы не будем брать психов, и не будем брать еще там каких-то, которые уже там сидят по лечебницам, а именно вот обычный нормальный. Что такое насильник? Это ущербная личность. Он не может нормально подойти там, ой, Инна, вы такая красивая, давайте пойдем пить чай, и все. Как бы, по сути дела, вопрос решен. Я образно, я так. Если же я не могу, я, а, боюсь что-то там, ну, я хочу, я же как бы, ну, как не человек, а я животное в любом случае, я имею в виду из разряда этого. И мне нужны обычные потребности. Кушать и, грубо говоря, размножаться. Ну, как-то мне что-то надо делать. Да. Соответственно, ну, я вот такой весь, вот такой, поэтому неважно, какая у меня... Да, то есть ущербная личность, то есть без духовности и прочее, прочее. Я поэтому начинаю заниматься насилием. Чаще всего именно, когда он видит явное противостояние, явное. То есть это вы должны решительно быть. Он пасует, и он сам уже тогда, он вот. Но, главное, опять же, это давить, да, авторитетом. Зависит от женщины, что она как бы для себя решает. Это не обязательно, знаете, вот я иду домой с работы и думаю, вот сейчас на меня нападет насильник, и я там чего-то там. Нет, просто сама женщина должна для себя один раз решить. Просто сесть и решить, я что-то буду делать или я что-то не буду делать. Если я ничего не буду делать, ну, как говорит в народе, тогда получайте наслаждение. Да. А если я что-то буду делать, значит, опять же, начать получать можно наслаждение, а потом раз... Опять же, когда вы играете роль, и вы точно знаете, что вы хищница, вам трудно, ой, легче пережить потом после вот эту вот ситуационную момент. То есть, когда вас насилуют, вы уже не думаете о том, что я жертва. Я все, я такая, все мальчики, козлы, да. Да-да-да. И прочее, прочее, я теперь никому не нужна и прочее, прочее. Нет, когда вы работаете над собой, это называется, опять же, это работа над собой. То есть, кто я, что я, повышать свой уровень самооценки. Вы знаете... Чаще всего, допустим, женщин тоже, как статистика ведет, я как-то смотрел, просматривал этот материал, потому что этим занимаюсь,
насилуют женщин, вот именно вот, вот как бы вот таких вот, вот которые вот как бы безвольных. Такие вот, которые, знаете, агрессивно, грубо говоря, как в народе, агрессивная баба, ну, я не знаю, как бы, что с ней делать. Она, да, не сколько даст, сколько поломает вам нос, пошкрябает и то и прочее, прочее. Поэтому вот такие а вот. А если один... это замкнутое пространство? По сути дела, то же самое. Если замкнутое пространство... Допустим, лифт, подъезд. Лифт. По сути, опять же, лифт. В лифте сильно не раскрутят. Допустим, разберем лифт. Вы зашли, он забежал за вами, там нажал кнопку «Стоп», и вы где-то там зависли между этажами. Принцип действий тот же самый может быть. То есть вы как бы... Ну, сначала понятно, кто ты такой, что тебе надо. Он начинает приставать. Вы понимаете, что дело идет к тому, что уже как бы словами не уговорить. И как бы в какой-то момент вы начинаете опять включать игру. Опа, я, ну, блин, ну, лифт, ну, как бы там, ну, постепенно помаленьку переходите. И, по сути, то же самое. Опять же, вы наносите какой-то удар или в глаза, или в пах, желательно как бы не останавливаясь. То есть не так, что в глаз ударили и стоите, ждете последствия. Каким образом вообще нужно видеть? Ну, смотрите, я маленькая, хрупкая женщина. Как я могу? Во-первых, я могу не дотянуться до глаз. В том-то все и дело. Вы же привлекаете его женским вниманием, там, начинаете, допустим, вот вы маленькая, вот, по сути дела, я грабитель. Мы здесь не будем целоваться. Я вот, допустим, там, вот я там что-то от тебя хочу. А ты говоришь, там, все, ладно, успокойся, хорошо. Типа, время у меня есть. Но это опять же, это надо быть хорошей актрисой, да. И именно вот держать себе. Посмотри, что у меня в сумочке есть. Например, да, там. Или, может, возьми мой телефон, там, например, да, правильно. То есть, не надо меня трогать, ладно, я там, ой. Опять же, у женщин же есть. Ой, извините, у меня сегодня... Ну, как бы такие дни, может, не надо сегодня. Или как бы, знаете. Может, я приду завтра. Обычно это тоже бывает, отпугивает там. Или, опять же, он начинает к вам лезть, а ты, ладно, давай, что ты ко мне сразу цепляешься, мол, давай хотя бы поцелуемся там или что. Он начинает, то есть он уже приближается к вам, то есть вам уже не надо тянуться, прыгать. Да, он вот сам. Вот он, да, на, как только он там, а, ему сразу коленом в пах, то он там что-то его начинает, то есть я еще раз объясняю, если вы начали уже активные действия, что-то бить. То биться нужно до конца. Да, бейте вот прямо уже вот. Как в последний раз. Как в последний раз, абсолютно верно. При этом... Обязательно контролируйте, ну, в смысле, не контролируйте, а старайтесь бить именно точно. То есть не просто там ему бить, мягко говоря, ну, по плечу, например, толку. Да. То есть в пах врезали, он там, или нет, в глаза врезали, он там, ай, потом конкретно в пах, он там пока, и продолжаете уши дергать, то есть именно там его пинать. Пока. И, соответственно, опять же, не забывайте, что вы в лифте, нажмите какую-то кнопочку, хоть какую-то, куда-то вы будете ехать, и, соответственно, потом уже у вас есть шанс выскочить. То есть из всего, что вот... Я как бы анализировал ситуации насилия, я же там насильников, они подразделяются где-то, ну, 3-4 вида, то есть психи, которые там, ну, с отклонениями, мы не будем их брать, это больные люди, они там где-то там в своих клиниках. Потом, я же говорю, какие-то там зажатые мажоры, которые, вот, блин, 20 лет, а я уже все был, я уже не знаю, чем. Нужно что-то попробовать. Да, я уже хочу какое-то извращение, это один из моментов, ну, тоже. А есть обычные парни, ну, обычный, самый вот простой парень, который... Единственное, я же говорю, у него давно не было женщины, ну там, не знаю, 3 месяца, может, полгода. И он такой, он не скажет, что он там сильно ущербный, не скажет, что он там какой-то просто такой скромный, нормальный парень, обычный парень. Но попадается ситуация, допустим, в дома, как всегда, водочка, что-то там выпили, закусили, и девушка уже полупьяная, парень уже как бы, а водка снимает как бы запреты, грани, или как бы это... притупляет чувство опасности, чувство вины и прочее, прочее. И он уже начинает активно, как бы, о, смотрите, она сама, 3 часа ночи, я здесь с ней, и, то есть, он же думает, что девушка думает так же, как и он, то есть, она его там безумно хочет, на самом деле, она просто с ним дружит, ну, как у нас парадокс обычно. Вот, и получается, что в конечном итоге, допустим, это свершилось, и парень на утро протрезвел, и такой, ну, как бы, успокоил уже свою страсть. Он реально понимает, боже мой, я совершил глупость или там ошибку. И действительно, искренне раскаивается, но с точки зрения социума и с точки зрения девушки, он уже как бы совершил насилие. Хотя, если это действительно, может быть, было насилие, то есть, может быть, даже он и ударит пару раз. Я как бы не знаю, как ситуация может быть, но, допустим, он пьяный, там уже в забытье, уже враж вошел, знаете, уже я тебя там хочу и прочее. Вот, но он потом раскаивается, ну, видите, как бы, опять же, нельзя сказать, что он насильник. То есть, его распустить, он на лбу не написано. А вот такие, которые вот ловят непосредственно в подворотнях. Ну там, конечно, да. Еще раз объясняю. Если вы хотите адекватно встречать насильника или что-то, не думайте о последствиях, о своих последствиях, что я его там могу убить, что я его там могу покалечить, что я ему там выбью глаз. Еще раз, нормальный парень, ну вот кроме этого случая, что я писал, который вот ну, такой, не, ну, как да. бы я даже не знаю, к чему его отнести, все вот реальные насилия, которое хочет вас насиловать, это уже ну, как бы не человек, его не надо жалеть. То есть...
Его карма в том, что вы выбьете ему глаз. Потому что, ну, нормальный человек, вот мы стоим в студии, да, никто же никому не прыгает, никто, ну да, здравствуйте, здравствуйте, вежливые, все хорошо, все красиво. Это нормально, как бы, обычное общество. Да. Когда кто-то выпадает, или не просто выпадает там какими-то там заскоками, у всех они бывают, но когда конкретно вот такое вот надругательство над человеком другим, а насилие... То жалеть уже, его не стоит. То уже можно спокойно применять любые наказан. Действия, любые, еще раз объясняю. Вплоть до того, что у девушек очень много стеснений. Ой, я разденусь, ой, мне там надо что-то трогать, ой, мне там... Да уже нету там какой-то морали, аморальности. Это уже идет схватка. Кто из вас хищник, кто из вас будет добыча? И еще раз объясняю, не всегда тот, кто нападает, он есть хищник. Потому что обычно нападают, знаете как, показать, мол, я, мол, есть вот такой классный. А человек действительно хищник, он нападает, ну давай. Он встречает сопротивление, и получается, и что все. Оказывается, он уже добыча. И он боится, и иритируется. То есть в этом как бы, ну это знаете как уже, это уже в данном случае философия перешла на боевое искусство, я просто этим занимаюсь, когда обычно... Знаете, перед рингом там стоит, да я там тебе, там я там не знаю, что там, да. А такой спокойный стоит, вот. Ну, по сути, это, знаете, вот очень заметно Федора Емельяненко, когда он перед каждым боем стоит такой. Вообще, такой, знаете, за хлебом пришел чудак. Да, а кто-то там в ринге там что-то, и в конечном итоге он побеждает. То есть, внутренняя сила. Эта внутренняя сила, ее можно, как это сказать, вырабатывать развитие. Или там развивать. Но опять же, развитие внутренней силы есть ваш рост, личностный рост. Вы становитесь уверенной. У вас не будет такого, я ущербный человек, я тебя хочу, да, и я уже не соображаю. То есть, соответственно, получается, как бы человек меняется, и он уже о таких вещах просто, ну, о насилии уже не думает. Он уже думает о том, как бы девушкам помочь, чтобы их, как бы, уберечь им здоровье и честь. Спасибо вам, Михаил, что вы действительно помогли нам и нашим николаевским женщинам. Очень рад вам помочь всем, да, потому что это как бы наша тема общая. Я думаю, что теперь после нашего эфира каждая николаевская женщина сможет за себя постоять и даст отпор любому обидчику и любому насильнику. Я нагадываю, что сегодня до нас завитал Михаил Шелест, президент Николаевской областной федерации «Червоний дракон». Спасибо.